Еще одно страшное ДТП с участием 13-летней девочки произошло в минувшую субботу. Hyundai Accent под управлением молодого человека 1992 года рождения на улице Смольной в Иванове сбил ребенка. Девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Пешеход с сочетанной травмой отправлен в областную больницу. Водитель и два его пассажира тоже госпитализированы. Стоит отметить, что перебегала дорогу девочка не одна, а в сопровождении взрослого. Если взрослый, который находился рядом с девочкой, является ее законным представителем, то есть родителем, в данном случае ему может грозить административное наказание в виде штрафа до 500 рублей по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях. Это связано с тем, что он не исполнен своих родительских обязанностей по обеспечению безопасности ребенка. Если у девочки наступят тяжелые последствия для ее здоровья, то в этом случае будет рассматриваться вопрос об уголовной ответственности, и там уже будет ясно, кто к ней будет привлечен, водитель либо законный представитель.